Вітаю, друзі! Це «Фабрика новин». Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Приветствую! Роман Григорьевич, предлагаю нашу сегодняшнюю беседу начать вот с такой вот темы. Издание «Вашингтон Пост» пишет о том, что в Киеве начали сомневаться, что ВСУ смогут провести весеннее контрнаступление. Они говорят о том, что за год войны качество вооруженных сил Украины ухудшилось из-за понесенных потерь. Ссылается на украинских солдат и чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности. Роман Григорьевич, как вы оцениваете? Мы понимаем прекрасно, что у нас была, скажем так, неснежная зима, которая не позволила нам продвинуться, да, значительно на фронте. Но на сегодняшний день, как вы оцениваете все-таки, когда мы пойдем в наше наступление, да, контрнаступление, и, собственно, ну, как вы оцениваете уровень подготовки на сегодняшний день? Ну, если разобрать по ступеням всей такого рода публикаций, которые есть, ну, во-первых, надо найти тех чиновников в Киеве, это, скорее всего, те, у которых яйца по 17 гривен за погонный метр. Наверное, эти чиновники дают какие-то комментарии, потому что другие военные, по крайней мере, прекрасно понимают то состояние армии, которое есть сейчас у нас, готовность вооруженных сил Украины к выполнению наступательных задач и зачистке Украины от россиян, причем до границ 91 года. Готовность это есть, усиливаются по некоторым позициям. А вот то, что мы слышим в последнее время и читаем, особенно в западной прессе, это статьи заказные. Они очень дорого стоят. Причем чем уважаемее издание, тем дороже такая статья заказная стоит. Причем если проанализировать все эти статьи, все ссылаются либо на чиновников в Киеве, либо на политиков в Вашингтоне. Но почему-то все эти чиновники и политики, они не хотят на условиях анонимности. Это вообще фишка такая интересная. На условиях анонимности мы вот эту всю чушь вам пишем. Потому стоит это, даже уже есть примерные цифры, стоит это от 10 миллионов долларов такая статья в каком-нибудь уважаемом, будем так говорить, издании западном. А дальше эту уже статью от уважаемого издания начинают мультиплицировать все остальные средства массовой информации. Поэтому, я думаю, нет смысла их озвучивать и разбирать именно саму по себе статью, так как она заказная, это ИПСО, это мультиплицировать. И чем больше мы их будем затирать и не вбрасывать в информационное поле, тем будет лучше. Это ИПСО российское, на него выделены, ИПСО, это информационно-психологическая операция, на нее выделены очень большие деньги, десятки, сотни миллионов долларов для того, чтобы сложить определенное информационное поле для выполнения уже задач по дискредитации вооруженных сил Украины и будущего наступления. Но это не дождетесь, это же российскими словами, не дождетесь. Будем однозначно выполнять наступательные действия. Готовность в этом уже почти есть. Сейчас есть вопросы, еще остались по доукомплектованию войск техникой. Идет доукомплектование. Мы слышим, как... А вот здесь уже конкретная информация идет та, которая реальная. Подготовлены сотни экипажей, подготовлены определенные силы, средства для выполнения наступательных действий. Идет переброска авиации. Переброска авиации идет на Херсонское направление, на Запорожское направление. Авиация сейчас у нас очень хорошо работает в районе Бахмута. Там россияне воют просто от работы нашей авиации, когда выходят наши вертушки, наши штурмовики перепахивать с черноземом донецким этих вагнеровцев. То есть идет и подготовка, переброска войск, и накопление сил, средств и резервов. Общее направление наступательное будет однозначно в ближайшее, где-то, ну не в ближайшее, дело в том, что есть проблемы еще все-таки с погодой. Все будет зависеть от погоды, от того количества осадков и того состояния почвы, которое будет на момент принятия решения. Исходя из весенних, последних, по крайней мере, нескольких десятков лет, исходя из весенних сводок по погоде, где-то она более-менее станет уже пригодной для выполнения наступательных действий в районе
Пасхи. Пасха ходит за Луной, за соотношением Луны, Земли и Солнца, и также работает и погода, то есть некоторые передвижения воздушных масс как раз управляются этими тремя этими небесными телами. Потому можно говорить о том, что в районе Пасхи, уже после Пасхи, может начаться наши наступательные действия. Они будут широкие, то есть не узконаправленные, то есть будет широкое наступление, будет основное направление, это, допустим, на Бердянск, будет два второстепенных направления, допустим, с Каховки на Армянск, сразу в Крым, и из-под Сватова в сторону Счастья на Луганск. Какое-то начнутся, могут все три сразу, какое-то одно из трех потом будет выбрано как основное, и дальше начнется продолжение наступательных действий на основном направлении. К этому есть готовность, к этому идут наши партнеры, к этому идет, естественно, наше военно-политическое руководство, исходя из тех действий. Это не инсайдерская информация, видны просто действия определенные, которые происходят на театре военных действий. Россияне прекрасно это понимают. Последнее время, особенно когда они уже поняли, что будет такого рода наступательные действия, в ближайшее время, еще раз повторюсь, ближайшее, это вот где-то через месяц, не раньше, они начали переводить некоторые свои фронты уже в режим оборонительный, полностью оборонительный. Запорожский фронт переводится в оборонительный режим, они начинают рассредотачиваться по всей глубине фронта в 100 километров. Херсонское направление также переводится в оборонительный режим, начинают вывозить своих подданных, можно сказать, или тех ждунов, которые там были, оккупационные власти, вывозить из-под Днепра, реки Днепр, из-под Каховского водохранилища, пытаются их уже задвинуть ближе к Крыму. Переводят в определенные режимы, пытаются, по крайней мере, еще наступать в районе Донбасса и Луганска, но, тем не менее, прекрасно понимают, что как только станет погода для выполнения наступательных действий уже наших, им придется в основном обороняться. Потому уже фронт начинает перестраиваться, переформатироваться под оборонительные моменты. У россиян наступательные мощности остались пока только на Донецком и Луганском направлениях. Вот они еще около месяца, тот золотой месяц, который дается любой, в принципе, армии для выполнения наступательных действий, вот они еще в течение месяца они их будут израсходовать, а дальше уже на противоходе наше командование примет решение по выполнению наступления для освобождения украинской территории. Потому все эти товарищи, которые пишут, писатели великие, они просто работают, они отрабатывают определенные финансовые вливания. Роман Григорьевич, Владимир Зеленский говорит, что на востоке Украины сейчас очень жестко и очень болезненно. Также вот есть сообщения от Американского института изучения войны. Они проанализировали спутниковые снимки, которые говорят о том, что российские войска выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы Константиновка-Бахмут. Роман Григорьевич, видите ли вы продвижение оккупационных войск в Бахмуте? Как, собственно, в принципе обстоит ситуация в Бахмуте? И для возможного контрнаступления, потому что Сырский, да, говорил о том, что нам нужно там как можно больше, собственно, перебить оккупантов, да, и таким образом потом у нас накопить, собственно, силы для того, чтобы идти дальше в контрнаступление. Вот с этой точки зрения, может ли Бахмут тоже стать плацдармом для нашего контрнаступления? Бахмут — черная дыра сейчас, не устану повторять, это хорошее, отличное сравнение, черная дыра для российской армии, причем с горизонтом событий по границам Бахмута, по границам города. Они заходят в Бахмут и дальше уже возвращаются либо в пакетах, либо без рук, без ног, некоторые без головы, то есть 200-300 по батальону в сутки, 200-300 россиян именно в районе Бахмута сейчас уничтожается или выводится из строя, об этом говорит и генерал Сырский, то есть создан плацдарм по вот такому перемалыванию российской армии в одной точке, чтобы мы за ними не бегали по всему фронту в тысячи километров. Они сами собираются в этот информационный капкан, который сами для себя и нарисовали, и дальше идет уничтожение. Пытаются они выдавить наши войска,
в некоторых местах, вот действительно по югу есть продвижение по югу Бахмута, пытаются перерезать эту трассу с Константиновки на Бахмут. По ней, правда, ничего уже не идет, она используется как рубеж обороны. Из-за этой трассы там начинаются уже превышения, стоит наша артиллерия, выходят наши танки, отрабатывают по наступающей пехоте, очень хорошо отрабатывают, иногда даже просто учатся. Боевое слаживание проходят танковые экипажи до батальона, танковые батальоны выходят, отстреливаются одномоментно. Танк может работать не прямой наводкой, он может работать и навесом, как САУ, где-то на дальность 7-8 километров, очень уверенно. Потому россияне танковые атаки как раз на юге постоянно на своей шкуре испытывают. Там также идет такое перемалывание российских этих войск. По северу они также пытаются продвинуться, уже зашли на северные оконечности завода, там есть такой так называемый ЗЦМ, Артемовский завод обработки цветных металлов. То есть на этот завод они зашли, мы их выбиваем, то есть как раз эти группы наши работают по россиянам. Восток Бахмута удерживается вдоль реки Бахмутки, выбрано правильное направление, вернее правильный рубеж обороны. Подход с востока к реке Бахмутке, там несколько сот метров открытой территории, очень сложно россиянам пройти, там тоже идет отминусование. Пытаются они выйти в сторону Славянска, то есть севернее Бахмута, но это чревато, и россияне это прекрасно понимают. Как только будет принято решение нашим командованием на отсечение этой опухоли, которая идет сейчас с севера Бахмута, пытается двинуться в сторону Славянска. Отсечение может произойти со стороны Бахмута на Белогоровку, либо наоборот, со стороны Белогоровки на Бахмут, тогда отсечется вся эта группировка, в основном это ЧВК «Вагнер» попадет в оперативное окружение, полное окружение, а дальше пойдет уничтожение, в зависимости, опять еще раз повторюсь, от замысла командования. В этом как раз и проявляется мудрость и профессиональное военное мастерство командования, как раз выбрать правильно время, дать иногда противнику зарыться, то есть дать пройти, зарыться, для того, чтобы он завяз в определенных боях, а дальше начать его уничтожать и отсекать. Потому в Бахмуте сейчас, Бахмут сейчас самая тяжелая точка по всему фронту, если смотреть, именно в нем максимально сошлись количество войск, сил, средств, которые выполняют сейчас боевые задачи в районе Бахмута. Правда, есть еще две точки, где тоже очень жарко, это Авдеевка и Кременная. Также в Авдеевке и Кременной россияне пытаются наступать. У них еще силы и средств хватит где-то на месяц, повторюсь еще раз, наступательного потенциала. Вот на этом фронте от Угледара до Купянска, эти 200 километров Донецкого-Луганского фронта. Я уточню, вот как вы говорите, что мы их перемалываем, Роман Григорьевич, потому что вот это тоже разные издания писали о том, что уже оккупанты потеряли около 30 тысяч бойцов, а оценивают их силы там в 40 тысяч человек. И вы говорите, что у них хватит сил и средств ровно на месяц. Так это получается и с этими людьми или как? Общее количество россиян, которые на всей протяженности фронта, если считать от Керчи до Валуек, это рядом с фронтом или на определенную глубину, около 400 тысяч человек. Это то, что на нуле, те, которые выходят и штурмуют, это примерно 10%, а остальные на глубине фронта в 100 километров расположены, рассредоточены. Некоторые выполняют задачу, уже начали выполнять задачу оборонительную, как это на Херсонском и Запорожском направлении. Ну а Донецкое и Луганское направление, там свои по 100 тысяч человек с каждой стороны, они есть, они будут давить на фронт вот в течение этого месяца. Хватит им определенных сил, средств, хватит живой силы как раз еще в таком режиме выполнять наступательные действия. Вот если посмотреть на сводки Генштаба, пик наступательных действий россиян был где-то недели две назад, под конец февраля, начало марта. Это когда были показатели в 150-170 атак в сутки они могли себе позволить. Но это пик. Дальше они чуть опустились, вышли на плато, и сейчас каждый день они могут организовать 100-120 атак в сутки. 100-120 атак. И вот в таком режиме они могут еще работать около месяца.
вот этот тот золотой месяц, который дает, в течение которого любая армия, в принципе, после него уже начинает выдыхаться. Потому где-то месяц они еще будут в таком режиме работать. Это как раз где-то до середины следующего месяца, как раз до Пасхи, а уже дальше, скорее всего, украинские войска начнут свои наступательные действия на откате, на противоходе, на вот этом снижении боевой активности россиян, уже начнем двигаться мы. Но этот месяц россияне еще будут однозначно давить. Хорошо, также хотела спросить вас по ситуации возле Купинска, потому что снова-таки Институт изучения войны сообщает, что российские войска осуществили там незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от Купинска. Они снова-таки анализируют спутниковые снимки и говорят, что именно продвинулись южнее Гряниковки. Роман Григорьевич, какая там, скажем так, цель врага? И да, и вот это вот продвижение незначительное, насколько оно существенное, скажем так? Самое короткое плечо поставки боеприпасов у россиян – это как раз в районе Купинска от Валуек. База Валуйки, там несколько десятков километров от этой базы, там десятки тысяч россиян сосредоточены на российской территории. И вот они постоянно их забрасывают в сторону Купинска, в сторону Сватова, прикрывая это направление. Работает там авиация, артиллерия, то есть давление идет постоянное. На Купинск, потому сейчас объявлена эвакуация из Купинска, из Купинска-Узлового, это левый берег Оскола. У них задача стоит срезать наши войска, выдавить наши войска с левого берега Оскола, с левого берега, восточного берега со стороны России, Оскольского водохранилища, вплоть до лимана. Почему они сейчас с двух сторон пытаются наступать, со стороны Кременной с востока на запад на лиман и со стороны Валуек на Купинск, а дальше на лиман. То есть вот такие двойной удар пытаются им, будут пытаться им выдавить наши войска. Ну там хватает сил, средств для того, чтобы нивелировать сначала такого рода наступательные действия, также самим производить наступательные действия. Мы сейчас, ну из-за того, что погода, не можем широкомасштабно наступать, но вдоль дорог с твердым покрытием, допустим, вдоль той же дороги с Купинска на Сватово, наши войска продвигаются вот южнее Куземки, были освобождены несколько населенных пунктов, дальше продвинулись в сторону Сватова. То есть идет наше наступательное действие на Сватово с Купинска, ну а россияне пытаются этот наш потенциал как-то остановить, давя уже на левый фланг этого наступления с севера на юг, на Купинск-Узловой. В ближайшее время, опять же, в течение примерно месяца, эти наступательные действия там будут держаться примерно на таком же уровне, как они сейчас. Они будут организовывать постоянно атаки с помощью и живой силы, и особенно авиации. В последнее время как раз из-за близости российской границы они, даже не долетая до границы, начинают работать авиабомбами, ракетами, то есть авиабомбы управляемые также пытаются сбрасывать. Потому, я думаю, сейчас будет принято решение по переброске в это направление наших дальних систем противовоздушной обороны, снимут с каких-то позиций, перебросят, так как россияне уже начинают на больших высотах подходить для сброса бомб. Управляемая бомба должна сбрасываться с высоты где-то в районе 10-15 километров, для того, чтобы она могла бы хотя бы километров 25-40 пролететь. Потому вот это россияне сейчас пытаются в районе Купинска и Купинска-Узлового уже бомбить такого рода бомбами. Еще раз повторюсь, очень опасная ситуация для мирного населения. Потому если есть возможность, лучше оттуда выехать хотя бы на этот месяц. Роман Григорьевич, если позволите, еще уточню по запорожскому направлению, потому что также было сообщение, что оккупанты уже разработали план побега коллаборантов и о том, что якобы они должны будут за 2 часа до отступления, в общем, в Крым бежать, скажем так. Так вот это что, это тоже запахло жареным? Ну, это с военной точки зрения, это правильные планы, то есть моменты, которые невозможно удержать. Вот военные моменты, вот нереально, никакими способами. Вот удержать Запорожский коридор, сухопутный коридор с России в Крым, с военной точки зрения удержать невозможно. Если у армии есть достаточное количество сил и средств,
то движение с севера на юг однозначно пересечет этот коридор, так как на глубине в 100 километров, прижатыми к Азовскому морю, невозможно отстроить систему обороны, тем более доставки боеприпасов, удержание территории. Можно как-то удержаться там на несколько недель в каких-то, допустим, гарнизонах, то есть заперевшись в Бердянске на пару недель, там, в Мелитополе, там, в Мариуполе. Но общее движение наступательное выдержать ни одна армия не сможет. И именно за рельефа местности, там ровные приазовские степи, зарыться негде практически. Ну, естественно, из-за недостатка дорог, нерокадных дорог, там в основном нет подвоз боеприпасов, военной амуниции, сотни километров от складов, до которых мы еще не можем достать. А так как на глубину в 100 километров мы уже достаем до Азовского побережья, на всей ширине в 300 километров, у них там не остается нигде возможности собрать определенные боеприпасы и готовить технику, ремонтировать. То есть это для россиян ущербный укрепрайон. Они прекрасно понимают, что с него они будут уходить, как только мы начнем двигаться. То есть как только у нас будет готовность к движению, они тут же начинают уходить. И, естественно, они уже прорабатывают все эти варианты. Это примерно та же картина, как и была с правого берега. Уходили они Херсонской области как раз по этой же самой причине. Не было возможности удерживать на глубину 50-70 километров прижатыми к Днепру и Каховскому водохранилищу. Нет никакой военной возможности удержать движение армии, которая сбрасывает плацдарм. Вот здесь такой же самый плацдарм, только прижатый не к Азовскому побережью. И результат будет такой же. Как только мы начнем наступательные действия, они оттуда сразу уйдут. Уйдут с Запорожского фронта, уйдут с Херсонского фронта, запечатаются в Крыме, в Крыму попытаются и уйдут на Донбасс, за Мариуполь. Если говорить о Крыме, то снова-таки сообщают СМИ, что Путин может посетить Крым на следующей неделе, в общем, годовщине. Как вы думаете, Роман Григорьевич, может ли эта поездка стать для Путина последней в Крыме, имеется в виду? Ну, вот из-за того, что она может быть последней, потому он туда и не поедет. Поедет либо его двойник, либо голограмма какая-то, новая вундервафля, голограмма Путина. Либо фотографию его туда свозят, вернут обратно, портрет, помолятся, там какую икону, может быть, кто-нибудь напишет. Гундяев в основном, он иконописец великий. Отвезут, помолятся, вернут ее обратно. Однозначно очень большие проблемы будут у Путина. Даже по его двойнику наши средства дальнего поражения будут работать, ну, пытаться, по крайней мере, его нащупать, чтобы еще с десяток человек рядом с его охраной посидело. Но самого действия не будет. Сам именно Путин, тот, если он еще живой, правда, потому что там еще непонятно, кто это Путин, нет подтверждения, что это тот Путин, которого выбирали там 20-25 лет назад. Потому основной двойник или основной Путин, он точно не поедет в Крым. Это очень опасно и практически нереально. Кстати, Путин, если вы заметили, то последнее время не комментирует ход войны. Последнюю оценку он давал 2 месяца назад. Это еще было 15 января, и тогда он говорил, что динамика у него положительная. Сейчас чего молчит? У него все теперь не по плану? Ну, он же не будет говорить, что там вчера взяли очередной сельский туалет южнее там Бахмута, ну, заняли. То есть не о чем говорить. Не о чем говорить сейчас, и прекрасно понимает, о чем придется говорить в ближайшее время. То есть ему придется в ближайшее время говорить об определенных моментах, связанных с отступлением российской армии. А для того, чтобы не было резкого перехода между наступательными реляциями и отступательными, он это время просто выдерживает информационного вакуума. Где-то это такого рода вещи длятся в течение полугода, это самый оптимальный вариант. Эмоции где-то падают в течение полугода, но если у него есть это время, то есть он выдержит, постарается выдержать полгода от последних наступательных реляций своих, после этого уже можно будет включать заднюю и начинать говорить об отступлении или о каком-то решении конфликта. И вот за эти полгода стирается из памяти
предыдущие определенные моменты, можно уже начинать какие-то другие. Но полгода, скорее всего, у него просто не будет. Ему придется придумать что-то в ближайшие пару месяцев. А на кого будет перекладывать и ответственность, да, и возлагать вину? Мы видим, что вагнеровцы заканчиваются, ну, собственно, да, как, и это может стать и концом для Пригожина. Вот на кого? Или все-таки на Пригожина будет все весить? Нет, всегда козлами отпущения были военные. Они же безмолвные, это как бычки и стадо коров. Помукают и все. Ну, военные везде безмолвные в этом смысле, пока не становятся властью. Иногда военным это надоедает, как над ними издеваются. И тогда приходит военная хунта к власти и дальше начинает уже решать правильно проблемы. Очень просто, линейно, без серого будет либо черное, либо белое. Потому все будет зависеть от того, до какой степени эти коровы, которыми являются, это стадо коров, которым являются эти, или стадо баранов, в зависимости от их гендерной принадлежности, которыми является Министерство обороны России, Российская армия, будет понятно по их действиям. То есть, если им все-таки надоест, как их макают в навоз российский, они, может быть, действительно придут в власти и все это заменят. Если нет, то этими мальчиками для битья вот будут военные. А если говорить о Пригожине, Роман Григорьевич, издание Wall Street Journal писало о том, что Путин решил сдержать амбиции Пригожина после жалоб кремлевских чиновников. Мол, типа просили повлиять на основателя из-за его жесткой критики Минобороны. Чиновники решили, что Пригожин представляет слишком большую угрозу и пора на него надавить. Но также отмечается, что при этом Пригожин сохраняет поддержку друга Путина Юрия Ковальчука. Роман Григорьевич, так все-таки, вот как вы думаете, все так же представляет ли Пригожин большую угрозу, как это отмечают, да, чиновники? И вот почему, собственно, принимает такое решение Путин? Действительно ли он может, скажем так, опасаться Пригожина? Нет, Путин и Пригожин – это одно и то же. Пригожин – это кошелек Путина, карман Путина, потому они действуют вместе. Есть определенные аппаратные игры, связанные с допуском к телу вождя ихнего российского. Вот и все. И эти аппаратные игры между собой оттаптывают, друг другу оттаптывают ноги при подходе и отходе к российскому президенту. Не более того. Вряд ли, во-первых, Пригожин не влияет на военную ситуацию на поле боя. И никогда не влиял. Все, что надуто в основном в информационном поле, топтался Пригожин на ширине фронта в 10 километров. При том, что Министерство обороны России сначала топталось на ширине фронта в 2500 километров, сейчас сдулось практически в два раза, больше 1000 километров топчется Министерство обороны. Ну а Пригожин пляшет вот в районе 10 километров, где-то в одной точке, вот в районе Бахмута мы его постоянно слышим. Но опять слышим почему? Потому что он об этом говорит. То есть определенная армия ботов, есть определенные проплаченные структуры, которые доносят информацию. Это просто информационное, это больше пиар, надутость такая, пиаристическая, мягко скажем, в информационном поле и не более того. Потому переоценена сама роль Пригожина. Это один из, причем один из кошельков Путина. Таких кошельков у него не один десяток, включая тех же Ковальчуков, то есть это внутренние аппаратные игры, и потому будет Пригожин, не будет Пригожина. Нам от этого, честно сказать, не холодно, не жарко, так как у нас около 400 тысяч человек россиян с оружием на территории Украины или рядом, по крайней мере, с нашим фронтом. Еще 100 тысяч россиян болтается по России по полигонам, доукомплектовываются, никак не найдут им, чем их одеть, обуть. Вот сейчас китайцы, скорее всего, будут примерять свои шапки с ушанками и, может быть, какое-то стрелковое оружие. А из них ЧВК «Вагнер» даже меньше 10%, тем более общая доля все время уменьшается, особенно в районе Бахмута. Каждый день отминусовывать по батальону, так там ни одного пригожинца не останется в ближайшие несколько месяцев.
а останется около 400 тысяч россиян с оружием, садистов в чистом виде, больных на голову, таких генетических уродов, которые пришли убивать украинцев. И здесь уже с ними придется, ну и нам дальше придется работать как раз вот с этим стадом, его уничтожить. Нельзя их выпускать из Украины, ни в коем случае не выжимать. Надо, их надо только уничтожить, чтобы они здесь и остались. Иначе потом опять вернуться. Потому вот, допустим, Бахмут — это один из самых лучших механизмов по уничтожению и перемалыванию этого полумиллиона, если всего говорить. Полмиллиона россиян сейчас готовы убивать украинцев. Вот нам надо с ними как-то отработать. Роман Григорьевич, вы упомянули Китай. Известно, что на следующей неделе Си может поехать к Путину. Как вы считаете, ну, знаем, да, о том, что накануне Си презентовал так называемый тоже мирный план. Как вы думаете, этот визит может что-то решить и как-то повлиять на ход войны? Даст ли Китай оружие снова-таки РФ? И также было сообщение о том, что, возможно, после этого визита, скажем так, Си может позвонить Владимиру Зеленскому. Правда, в Киеве пока не подтвердили таких планов. Но и этот тогда звонок может ли он тогда что-то решить? Позвони мне, позвони. Вот эти позвоночники. Одни звонили, ездили, Шольцы, Макроны, Папы Римские, Эрдоганы. Ну, этот еще не звонил. Китай еще не звонил. Хорошо, хоть северокорейцы не звонят. Ну, видать, украинского языка не знают, да и русского тоже. Потому все эти звонки, это так, позвонить в рельсу они могут позвонить, не более того, даже какой бы звонок ни был, о чем бы ни говорили, украинский народ, украинская армия, которая есть уже слепок народа, нам эти звонки, мы пока не уничтожим россиян на своей территории, пока не выйдем, не освободим украинскую территорию, может звонить, могут не звонить, могут предлагать мирные планы, могут скрутить их в трубочку и передать тому же Путину, пусть он с ними уже что-то делает. Это уже ни на что абсолютно не влияет. А вот сама активность Китая говорит о том, что Китай уже похоронил Российскую Федерацию, то есть Российскую армию, Российскую Федерацию и Путина в том числе. Почему похоронил? Китай с самого начала с Путиным. Мы воевали не с российской армией, мы воевали с четырьмя армиями сразу, даже с пятью. Российской, иранской, белорусской, северокорейской и китайской в том числе, так как китайская амуниция была с самого начала у Путина. Китайские военные с российскими военными, два десятка, ну полтора, по крайней мере, десятка лет, плотно сотрудничают, потому те 152 снаряды, 122 снаряды, которые есть у россиян, те определенные мины, вся практически амуниция зимняя, некоторые части, допустим, часть в шахедах китайской техники, в самих шахедах зашиты китайские платы, то есть Китай полностью участвует в этой войне, а дальше они уже понимают, что российская армия будет разгромлена, Россия начнет разваливаться, а вот после того, как начнутся судебные процессы, после того, как начнутся определенные репарационные требования и финансовые, экономические требования к участникам этой войны, так как украинцы потеряли десятки тысяч жизней, потеряли миллиарды, сотни миллиардов долларов упущенной выгоды, допустим, те же определенные судебные иски, которые пойдут от украинцев к участникам этой войны, то есть нападения на Украину, они могут быть в цифрах десятков триллионов долларов, потому Китай, понимая это все, они прекрасно понимают, чем это закончится. Северной Корее, может, нечего будет взять, там и так уже голытьба. С белорусов тоже максимум остались, у белорусов с батьки все сняли, трусы остались этого, лукашенковские трусы, усы и картошка, вот все, что есть у белорусов сейчас уже, после того, как их раздела Россия. А вот с Россией, с Китая и с Ирана, естественно, требовать будем еще несколько десятков лет не один триллион долларов. Потому китайцы пытаются выскочить из этой лодки, которая тонет, из российской. Потому создали такой информационный посыл, что они хотят только вступить. Это
То есть посыл такой, он вычеркивает, пытается вычеркнуть их уже участие в этом. И вот пытаясь вступить, начинают запускать эту волну информационную. Ну, потом, конечно, они вступят, никто никому не даст ничего, дальше не продолжит. И вот они пытаются как-то выскочить из этих претензий уже к Китаю. Потому они, китайцы, конечно, умные, но говорят, хохол родился, а все остальные заплакали. Мы тоже разбираемся довольно-таки неплохо во всех этих уловках, потому свои десятки триллионов долларов выставим и китайцам, как бы они ни пытались выскочить сейчас. Потому ничего опасного для Украины в этих всех поездках нет, это Си пытается выскочить. Оптимальный вариант, пусть звонит себе в рельсу. Это самый оптимальный вариант. С ним вообще нельзя контачить. То есть со всеми этими пятью странами, которые на нас напали, которые нас убивают, нет смысла контачить ни с белорусами, ни с иранцами, вернее, не с белорусами. Белорусы нормальный народ, они просто под оккупацией российской. Ни с белорусским оккупационным режимом, ни с россиянами, ни с иранцами, ни с северокорейцами, ни с китайцами. Пусть они сами себе звонят. Роман Григорович, я щиро дякую вам за розмову, дякую за всі ваші відповіді, за те, що знайшли та приділили нам час. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал «Фабрика новин». Пишіть нам в коментарях, кого ви хотіли бачити в наших ефірах. Ставте нам, будь ласка, лайки. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.